Здравствуйте! Вы на канале «Умно и разумно». Утро – самая важная часть дня, ведь от того, как оно начинается, зависит, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы вам сопутствовала удача и везение? Многие люди не верят в приметы и считают все это глупостями, но ни один человек не может предсказать того, как будут развиваться события в течение дня, поэтому заручиться поддержкой фортуны будет не лишним. Какие же приметы на удачу помогут избежать неприятностей и проблем? Отправляясь в дальнее путешествие или на важную встречу, перед уходом никогда не мойте полы и не подметайте пол, иначе в пути могут случиться неожиданности, которые помешают вашим планам. Собираясь на важную встречу или деловые переговоры, никогда не возвращайтесь домой за забытой случайно вещью. Если же вы забыли дома что-то очень важное, то, вернувшись домой, обязательно посмотрите в зеркало и покажите своему отражению язык. Другая примета. Чтобы привлечь удачу и успех перед выходом из дома, погладьте угол стола. Если, выходя из дома, вы столкнулись случайно с пожилой женщиной, лучше ненадолго вернуться домой, нейтрализовать негатив, иначе неприятностей не избежать. А повстречав на своем пути молодую красивую женщину, обязательно поздоровайтесь с ней и улыбнитесь ей. Это непременно принесет вам удачу. Чтобы дальняя дорога была удачной и легкой, выходя из дома, нужно обязательно присесть, как сказать, на дорожку. Тогда энергия дома будет вас оберегать от неприятностей. Перед выходом из дома непременно прочитайте молитву. «Ангел мой, пойдем со мной, ты иди впереди, а я за тобой, Господь Творец посреди, Господь Спаситель Иисус, Христос позади, ангелы Божьи по бокам, спаси меня, Господи, аминь». Собираясь в дальнюю дорогу, на вопрос «Ты куда?» отвечайте «На Кудыкину гору». Эта фраза защитит от неприятностей, поможет также призвать удачу. Выходя из дома, не спешите, чтобы не взначай не споткнуться, так как споткнуться об порог – это ведет к неприятностям. При выходе из дома постучите о дверной косяк, и вам обязательно повезет. Если ждет важная дорога, положите в кошелек монетку из домашней копилки. Она послужит вам талисманом и будет всегда привлекать везение и фарт. Чтобы повезло в важный день, перед выходом поднимите все табуретки ножками вверх. Это поможет привлечь вам удачу. Желаю вам удачи! На этом у меня все. Кому понравилось видео, делитесь с знакомыми, друзьями, комментируйте, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!